Всем привет! Это видео о том, как игра проходила 9 мая, водружение флагом над Рейхстагом. Три, два, один! Игра! Игра проходила в бывшем госпитале ИОВ, ветеранов Отечественной войны. Вот здесь он сверху сидит. Инструкторам было интересное решение, как со второго этажа подняться на третий этаж, при этом незаметно. То есть использовали балконную группу и по ней поднимались наверх. Соответственно, из-за этого немцы начали коситься. Давай, пошли! Заходи сюда! Там первый результат. Один поднятый игрок по балконной группе уничтожил троих противников, троих немцев. Пацаны, окна закройте! Кидай сюда! На, нахуй флаг? Я там не был, ну, вам же флаг надо наверх закинуть потом. А зачем там флаг? Ну, вам же на крышу его надо. Ребята поняли, что данная фишка очень хорошо работает и заслали еще двоих туда электронщиков. Благодаря им они выкосили весь проход, и, соответственно, после этого можно было уже атаковать по другой стороне. И уже игра началась более в динамичном русле, потому что мы реально ждали немцы прохода с лестницы. Жди следующей игры! Получается, ребята продавили фланг, и с правого фланга дальше, начинают дальше, немножко поддавливать уже лестницы. Окна, окна, прям. Тут парень решил. В темпе! Быстро! Что там, пробились, говоришь? Вот он флаг, и скоро он будет на Рейхстаге. Да все, заходите, зачистку делайте, да и все, ну. Флаг можно было бы. Подожди, там свои могут быть. Вот это. Это кто? Вовка, ты? Да. Чё там, пацаны, живые? Там наши уже. Наши есть, двое еще. Уже. Рома! Ну, а чё мы тогда? Рома! Пошли тогда, пошли потихоньку. Нет, там Ромка. У тебя холостые уже. Залезли, там лестницы нет. Нет, лестницы нет, иди наверх залезли. А там проход есть. Заходи! Забрали в комнату? В комнату что? Володь, забрали в комнату, нет? А? Забрали его, нет? Нет, он прям в этом сидит. Один. Давай прям в комнату, блядь. Да, как попасть? Кто, блядь, стоял вообще? Внутри, блядь. Смотри, вот там. Владик, вышел. Также не забывай. А,
Вторая дверь. Все, пошел, 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 пошел. Что у тебя там? Шарики. Все, проходи, проходи, проходи. Ладно, прямо, прямо, видишь? Так, ладно, бьет, очищаем. Бьет, 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 бьет. Это Андрюха, походу. Леха, Леха, а? Я сюда, на балкон. По крыше залез... Ага, хуй, залезешь, да, тут? Пойдем на балкон, да, пойдем, а? Там Ромка может быть. Есть один там. Пацаны. Ромка! Один на балконе. Это не наши там? Это, там могут быть наши, потому что двоих туда все, отправляли. Твои. Следующий. Дальше идем. Я вот там кто прям? Вышел, вышел, вышел. Надо, что ли? И чё, кричите, стоп, игра, значит, кто ложил флаг, я видел. Флаг там, а наверху, стоп, игра, ёбаники, бас. Стоп! Стоп, игра, Стоп! 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 Стоп, игра, стоп! 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 На крыше уже лежит полчаса. Так он давно уже лежит, я сказал, он, блядь. Не я, ну, что они вы? Взяли, но они же не живые? Да, я живой. Нормально зашли? Два штаба там забрали. Два штаба там забрали. Спины сейчас бы расстреляли. Я откуда поеду? Я вот здесь стоял. Материализовался. Чего вы так и не зашли? Куда? Они же выбили. Все, проиграли, проиграли. Подрузили. Не-не, подожди, что-то за непонятка. Флаг лежит давно, правильно? Просто мы хотели. Все, погнали. Все, ребят, победила кто? Советская армия. Ну, на самом деле, дружба. Дружба, дружба. Всем спасибо. Сейчас перетираемся, если хотите, еще играем. Да, 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 давайте. Ну там мы походу мы с кем лазили-то? По шахте, где мы на парню?